Ой-ой-ой, Линдси и Зак снова что-то не поделили. Но зачем же бросаться сладостями, ребята? Давайте перемотаем время назад и узнаем, что же произошло. Так, вот здесь нужно остановить. Ого, как много обалденных красных сладостей! Да, есть что-то не такое классное, например, острые кислые сладости или просто странные предметы. Давайте же посмотрим, что именно Зак и Линдси между собой не поделили. Мы начинаем челлендж и едим еду только красного цвета. Я хочу выбрать первым. Начинаем вот с этой клубники и красных взбитых сливок. Я только рада, клубнику обожаю. Выглядит очень аппетитно. Объедение! Напишите в комментариях, любите ли вы такое сочетание. Хочется съесть побольше. Ой. Ой. Осталась последняя клубничка. Она точно будет самой вкусной. Ох, я даже проголодался, пока на тебя смотрел. А ты... будешь есть кислые сладости от Toxic Waste. Ты серьезно? Из всего вкусного ты выбрала самые кислые конфеты? Ну ладно, я готов начать с геля. Выглядит интересно, а теперь... Мамочки! Кисло на 10 из 10, но мне нравится. Ням-ням-ням! Лицо сводит! Вроде бы прошло. Класс! Линдси, ты будешь есть вот это! Что? Рыбу? Но я не люблю рыбу. Почему именно ее? Ладно, ничего не поделаешь. Придется откусить. Как же она воняет! Кошмар! Нужно съесть еще немного. Линдси, у нас челлендж, а не дегустация, поэтому тебе, к сожалению, придется съесть ее всю. О, как же это жестоко! Но я справилась. Линдси, ты как? Все съела? Что с тобой? У тебя хвост рыбы торчит изо рта. Давай-ка я помогу тебе. Вот другое дело. Зачем ты это сделал, Зак? Меня сейчас тошнит. Надо скорее чем-то заесть. Вот это, вот это. Вот это? Вот это для меня? О, супер! Это похоже на мороженое. Спасибо, такому я рад. Это реально мороженое из клубники. Ням-ням-ням, объедение-то какое! Здорово, что у меня его так много! Линдси, ты что, тоже хотела? Ну ладно, держи, угощайся. Ну, не хочешь, как хочешь. Вкусно и становится как-то прохладненько. Ой-ой-ой, вот это да! Нормально оно меня так охладило! Мой мозг, он замерз! Ой-ой-ой! Что это было? Прости, Линдси, я не хотел. Теперь твоя очередь есть вот это. Ну посмотри, какая вкусняшка! А ну-ка отдай сюда, пока сам не съел. Ого, и правда вкусняшка, похоже на клубничное желе. Как же вкусно! После вонючей рыбы самое то. Остановиться невозможно. Вот я все и доела. Теперь моя очередь выбирать. Зак, знаешь что? Я подумала и решила, что ты будешь есть... острую лапшу. Да? Давай-давай, приятного аппетита. Серьезно? Но ты же знаешь, что я не люблю острое. Ладно, это челлендж, и я должен съесть лапшу. Минуточку. Про острый соус не забудь. С ним будет гораздо вкуснее. Приятного.
Нет, ну это же перебор! А, надеюсь, я не сгорю. Мамочки! Уже начинает печь. А, у меня во рту словно вулкан извергается! Боже мой, какой бедняжка Зак! Шучу. Конечно, я знала, что так будет. Давай-давай. Выбери для меня. Лалу? Да, хороший мальчик. Ну что ж, вставляем трубочку и наслаждаемся этой вкусняшкой. Зак, ты портишь мне все удовольствие. Давай я потушу огонь. Ух, ты меня потушила, Линси, спасибо! Ну вообще-то из-за тебя я и горел. Кола кончилась. Грустно. Эй! Кажется, теперь мы поняли, почему ребята поссорились. Не поделили между собой вкусняшки. Ребята, бросаться едой – это неправильно. Но, кажется, их уже не остановить. Вот тебе! О, вафли! Вкусно, кстати. Получай! Ну все, Зак, это выше моих сил! Из-за тебя я съела вонючую рыбу! О, ничего себе! Я поймал начос! Какие вкусные! Ребята, советую вам помириться и жить дружно. Вкусняшек на всех хватит. Она первая начала! Нет, Зак, это ты начал! И еще! В атаку! О нет, у меня закончились начос! Ребята, напишите в комментариях, чтобы Зак и Линси помирились. Может, они к вам прислушаются. После такого удара ты точно получишь ответный удар. Ты меня этим не испугаешь. Я буду обороняться до последнего. Знаешь что? А ну-ка попробуй лапшу. Я ел, и ты поешь. А это даже весело! Да, мне кажется, это точно не закончится, пока они не раскидают все вкусняшки. Ого! Очень неожиданный удар сиропом! Что это? Ммм, клубничный сироп? Да перестань! А я думала, тебе понравилось! Да уж, ребята, вы выбрали весьма странный способ поесть сладости. А вот этот удар вафлями был мощный! Это еще что? Получай еще! О, ребята, неужели вы устали? Ммм, вкусный Скитлс, попробуй! Спасибо! И правда вкусный, но у меня такой же! Да, примирение было недолгим. Хотя, все-таки у ребят больше нет сил воевать. Мамочки, этому мармеладному медведю не повезло! Он мой! Нет! Ребята, вы как? С вами все в порядке? Попробуем мармеладного медведя. Давай, угощайся. О, у меня больше мармелада. Объеденье. Наконец-то они помирились. Понравилось наше видео? Тогда скорее ставь лайк, подписывайся на канал и делись им с друзьями. Ну а пока, пока!